боюсь, проблем лета не будет со съемкой. А, надо завести мотор. Тык. Завели. У нас уже ряда техников все арендованные. Так, ну мы сами тут не есть, конечно. Стой. Угу. Короче, начну запись. Кошение, в принципе, вам не интересно, я думаю, смотрите. Тем более, если люди приковырят. Раз. Два. Все, поехали. Надо бы помедленнее скорость взять, чтобы мы могли не быстро ехать с кинетом трактора. Теперь просто раз, раз. Сейчас мы давайте-ка круиз загоним. Хотя бы до 8. Стой. Так. Так, куда я? До 8 тебя сброшу, собака. Ну, вот так хотя бы 10 километров в час. То хорошо ж. Раз. Сейчас давайте по полю так спашем. В принципе, ролик маленький предыдущий. Короче, это левый контур, плюс V, плюс V, плюс W, плюс V, плюс B. Все. Все сразу же синхронно включается и спокойно косим. Круто, круто. Кто не знал, если что. Главное, что предыдущая серия записалась, для меня это просто радость. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, кому интересны мои ролики. Пишите что-нибудь в комментах. Мне тоже надо будет заправить трактор. Решил все сам сделать, ребята, вот в этих фермах. Сам все поделать, нафиг это нам ботов. Ботов будем, когда что-то неинтересно. Вот интересно сам покосить. Типа, ребята, у нас очень интересный трюковщик я приобрел на прошлой серии. Мы сейчас его затестим с вами. Аренда — это кредит, когда берешь. Все, поехали. Немножко не в ту сторону поехали.
еще раз все. Да, это просто потом выйдите самому. О, сейчас мы все сбросим. Прям набор. Набор. Этот сам трактор без... Ну, а я думаю, нам этого... Bene, a buon tempo. Оставить. Мало ли, сейчас опять трава какая-нибудь вырастет. Тем более, траву-то можно круглый год почти косить. Сейчас всех снапорожаю. Немножко не с той стороны начнут, ну да ладно. Ну, в принципе, можно и так пользоваться. Мне жалко, что мы вот эту плохо зацепили. Сейчас можно было бы под эту подъехать. У нас же кучка-то вот как раз сбивается, правильно? Так, примерно остановимся. Ну что, расходи, как у нас интересный тюковщик. Попробуем сейчас им. Узнаем, что за аппарат вообще такой. Первый раз таким пользуюсь, я, так что давайте это. Чик. О, сразу же чик. То есть можно спокойненько ехать. Он Айка выгрузит, то сразу же. Вот еще. Вот самый хороший тюковщик, я думаю. А, такой же. Вот такую купим, наверное. Чтоб нам не приобретать сразу там много чего лишнего. Mm-hmm.
Так-то. Игрик. Чёрт, мы тут маленько пропустили, ну ладно. Да, сразу же давай такая. А он как, я сейчас смотри, какую нельзя стукует. Ну ладно. А просто когда чик, сразу же выбросим его, давайте. Ой, прикольно. Смотрите, карета, мы сразу же тики делаем. То есть надо просто Y нажимать, когда он... То есть можно спокойненько даже. Мы там немножко пропустили, ну да ладно. Вот в чем минус таких всех этих агрегатов, конечно. Я думаю, сейчас физически пособерем, так еще тут К2 будет как минимум. Да. Сейчас мы. Еще как минимум тюк будет. Ладно, давай сейчас плюс. Подсоберем все это, чтобы у нас тюк хотя бы вышел. Собрали тогда с вами в тюк. Ну, уже в тюк уж можно было собрать хорошо. Не, у нас уже больше. Ну, это, конечно, все прикольно. Сразу же тюки делать. Вообще классно, считаю. Это экономия вообще жесть. И все, можно, в принципе, выгрузить его. Чпыньк. Ну как, как сам задание выполнилось? На 20%. Всего лишь. Ну, можно, конечно, пособирать эти еще пошметки, но... Тюк даже не соберем именно. Хотя давайте попробуем. Опущена просто была аппаратура. Да, сейчас это все подберем. Может быть, тут-то будет. Как вы думаете, ребята?
Я думаю, что они будут только даже большую часть комиссии брать мы. Половину даже не соберем таковщика. Хотя, может, и соберем. Да, половину даже не взяли. Ладно, теперь у нас стыковщики будут. Да, даже половину не сделали. Было бы прикольно, если можно было бы скомбинировать их. То сейчас попробуем, может, скомбинируем. Нет, видите, нельзя. Жалко. Как бы, да, вот так вот. Чик. Потом под тут чик и... Ну ладно. Ладно, пусть это... А, в принципе, сами дали. Ладно, поехали. Как всегда, цель доступна. Mm-hmm.
Так что это свой лайк, подписочка на канал. Починить, конечно, не заправиться, нам надо. Так что это сам знаете все. Пишите в комментариях, предлагайте что-нибудь в ролике. Контроль. Что, наверное, точно. Стой.
чем текущий классный. Сразу же тюки собирает, сразу же их в силы превращает. Вообще считаю, это самый хороший текущий для нас будет во мне. Вообще, кажется, тыковщик, который круглый подойти, сделать, купить. Перновать. Под круглые тюки, но не такой. Это сразу же силы сделает, как видите. Он еще обычный купить. Круглый тыковщик. Уша одну тюки просто готовить. А, у нас тут коса осталась. Давайте ее подберем тогда. Косилка нужна. Раз. Блин, сейчас проехали только один урон. Ну, тот возьмем тогда. Больше нет тюков. Нам еще одного тюка не дать, тюка не хватило, там чуть-чуть всем. Я говорю, это здесь управление у меня с Гвенной. Поэтому я бывает так управляю ни хреново, потому что руль немножко неадекватно ведет себя. И давай, ну как. Или дальше. Дальше, по-моему, а, вот здесь же точно. До сих пор, кстати, лежат квадратные тюки. А, будет квадрат тюков купить потом, которых под, ну, подборщик тюков. Погрузить их нормально и выгрузить их нормально тоже. Двадцатку еще поимели. Еще из контракта двадцатку поимеем, нафиги мои. А, ну. Да, смотри, 5000. О, отличненько, вообще замечательно. Только у нас теперь контрактов нету. Ну ладно. Вот 40-й бы поле собрать там. Эти на какого? Не тростника, как это называется? Забыл. Хлопок.
И вот здесь, по-моему, хлопок. На каком-то из этих полей хлопок растет, по-моему, на этом. Можно вот так, хоп, и купить за 40 тысяч участок. Ну ладно, все там сложилось. Так что, ребята, с вас лайк. Ну, кому интересно, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, кому интересен контент. Сейчас заправиться еще тоже, кстати, заехать. Чинить пока технику не будем, только заправиться, что мы совсем в критичности будем чинить тогда. Фу-фу-фу. А вот здесь техника пусть стоит. Да, его помыть бы, конечно. Цикла растет. Здесь ничего. Это картофан уже у нас не нужен, так что пусть он будет пока. Хлопок. Уже созрел, блин, но... А где заказ по этому хлопку? Ну, а наряд. Так что давайте... Ну, всем удачи, до новых встреч, короче, встретимся скоро в новом видео. Так что давайте.